Всем привет, с вами Роман Раскольников, я играю в игру под названием Party Hard. Сегодня я буду играть за ниндзю, маньяк-ниндзя. Так, вот он, на втором уровне. Кстати, вот что сейчас произошло? Почему кто-то там умер? Я вообще, я только иду. Я только пришел. А что, никого арестовывать не будут? Похоже, нет. Как я, так с меня сразу арестовать. А кто-то другой, да не, мы не будем его арестовывать. Чё за фигня? Не в ту сторону, блин. Он сам пришел позвонить. Этот телефон под моей охраной. Кто-нибудь мимо еще этого угла будет проходить? Официант не хочет. Ага. Сейчас официант, наверное, убью. Ну да, сейчас полицейский переедет, их упакует. Надеюсь, меня не арестуют. Хотя в прошлый раз он каким-то образом меня арестовал. Хотя я все... А, меня и этот спецназовцы спалили. Угу. Кого-то задавил полицейский. Полицейский сам не выполняет, не соблюдает закон. ПДД не соблюдает. Ну, мне только остается поджидать их всех, пока они тут. Хотя лучше вот здесь в углу стоять. Лучше в узких дверях стоять, конечно. Но, блин, до них мне еще добраться надо как-то незаметно.
можно было пробраться внутрь как-нибудь? Фух, меня чуть не спалили. А ведь меня могли спалить. Меня спалили, да? Вроде нет. Отлично, сейчас вот так вот потихоньку доползу. Блин, мужик, зачем ты ушел? Я к тебе полз. Обратно. Надо теперь обратно возвращаться, значит. Вот там. Опять кто-то лег спать. В том же месте. Так, все, я отравил. Сейчас посмотрим, как у нас дальше будут обстоять дела. Ну, к телефону у меня нет смысла, короче, идти, потому что они все к другому телефону будут подходить. Так, теперь нужно подождать, может быть, кто-то отравится и еще кого-то подставит при этом. Те, кто будет в дверь проходить эту, я буду убивать. Кто-то не хочет пить пунш. Никто не хочет пить пунш. Ну давайте, хоть кто-нибудь, сдвиньтесь с места. Вы чего тут встали? Я не могу к вам прийти. Если я к вам приду, меня, в принципе, сразу же спалят. А, ну, кстати, я могу кое-что сделать. Я могу вот так вот сделать. Так. Почему-то у меня не сработало. Я почему-то не смог машину. О, круто, рядом с машиной я тоже. Незаметно. Так, никто не пьет пунш, почему? Почему никто не пьет пунш? Так. Ну блин, Бывал не собьет этих двоих. Или собьет. Сбил.
Неужели ты идешь к барбекю? Нет, он не идет к барбекю. А вот он идет. Так, мужик идет ко мне. Отлично. Да блин, что это такое вообще было сейчас? Ой, блин, что я сделал, а? Чё, реально никто не хочет сюда идти, что ли? О, телефон, телефон. К другому телефону пошел, а? У тебя, блин, тут телефон близко стоит. Почему ты к другому телефону побежал? Блин, хотя бы они самого близкого выбирали. Самый близкий телефон был, очень выбирали. Ага, конечно. Так, осталось пятеро. Раз, два, три, четыре. Ну да, в принципе, пятеро так и осталось. Ага. Все, уровень пройден. Ниндзя. Да, этот уровень сложнее был. Но зато там, где узкие места, в принципе, там легче будет. То есть, кампус пати, кстати, тоже будет очень удобно там убивать всех. Так, ну ладно, в принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.